Пока скамеек две. Их установили рядом с одним из главных символов курорта – цветочными часами. Если новые объекты придутся по вкусу гостям и жителям города-курорта, то со временем их будет больше. Ранее глава города-курорта Юрий Поляков поставил задачу устанавливать различные малые архитектурные формы, которые будут создавать атмосферу, а быть может и расширить список достопримечательностей Анапы.